Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и подписчицы, случайные зрители. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь. Сегодня у нас обзор на рыбку кои. Кои с японского языка дословно означает карп. Кои бабочку от других кои отличают большие вуалевые плавники, которые появились, по одной из версий, из-за экспериментов, которыми хотели добиться увеличенную морозостойкость данных рыб. По сути, кои – это одомашненный карп с красивым окрасом. Выставочные экземпляры кои оцениваются в десятки тысяч долларов. По этой причине карпами кои очень престижно заниматься, и ими широко занимаются в Японии. Карпы кои очень похожи на золотых рыб. Вы видите перед собой имя золотых рыб. Так чем же отличаются золотые рыбки от карпа кои? Неопытные и молодые аквариумисты вовсе не смогут отличить кои от золотой рыбки. Все дело в том, что в маленьком возрасте они похожи друг на друга. Единственное отличие то, что у кои, если присмотреться, есть возле рта небольшие усики. Обратите на них внимание. Когда рыбка вырастает, большого труда не представляется отличить кои от золотой рыбки. Кои значительно больше и значительно длиннее, чем золотая рыбка. Всего известно около 80 пород кои. Содержать этих рыб очень просто, так как они неприхотливы. Кои очень плодовитые рыбки. Как правило, одна самка выметывает икру, и два самца ее оплодотворяет, редко один. Иногда икру оплодотворяет больше трех самцов. Но вот беда, большинство мальков дикого окраса. Помните, что кои могут стать легкой добычей вашего кота или собаки. Сегодня кои очень сильно отличаются характером от своих сородичей. Они совершенно непугливы, могут есть из рук и даже гладиться. Узнают хозяина, попрошайничают вкусняшки. Единственным важным критерием содержания является чистая вода, но она будет в любом случае мутная, так как кои часто поднимаются со дна, тем самым взбудораживая воду в аквариуме или в пруду. Естественно, данная рыбка больше подходит для пруда, но сегодня ее часто можно встретить в аквариумах любителей, в аквариумах ресторанов и других крупных заведениях. Температура воды для содержания 15-25 градусов. Хорошо переносит температуру и в 10 градусов, но становится менее активными. На этом, в принципе, и все, что я хотел сегодня вам рассказать про данную рыбку кои. Спасибо вам за внимание. Сейчас вы можете немножко и полюбоваться, и услышать легенду про данную рыбку. На этом все. Всего вам доброго. До свидания. Легенды про кои. Китая кои драконья рыба. Король всех рыб имеет особое значение в Китае. Легенда гласит, каждый карп должен подняться к вратам дракона вверх по жёлтой реке и будет превращен в дракона. В Японии карп – это мужской символ. Когда в семье рождается мальчик, на дом вывешиваются флажки с изображением карпа. Японская легенда гласит, что кои всегда со смелостью поднимаются по водопаду. И если же его поймали, то он смело смотрит в эту смерть, как самурай. Кои – парчовая рыба.